боролся за попадание в эту финальную восьмерку и занял последнее место. Чехов лидер нашего чемпионата. И я думаю, что тут понятно, Чехов, скорее всего, пройдет в Сунгуль. Я думаю, что таких сюрпризов не будет. И, соответственно, я думаю, что две игры достаточно будет. Интересно, учитывая, что «Спартак» у нас команда, которая выигрывает в основном по одному, по два мяча разницы. Тут может быть все что угодно, но я думаю, в конце концов все равно «Спартак» одержит победу за счет опытности. Единственный шанс Саратова – это сделать ставку на быструю игру. Возможно, «Спартак» к концу сезона немножко подустал. «Спартак» – команда опытная, но при этом, с другой стороны, опытная, но возрастная. И весь год отыграв, в любом спорте есть травмы, усталость, и это может сказаться. Только если все будет все в порядке, тогда, я думаю, что вопросов не будет. Если будут какие-то травмы и замены, то, может быть, могут возникнуть сложности. Надо смотреть состав. Нева-Пермь. Тут все гораздо интересней. Нева-Пермь, потому что много игроков, и там играли и в одной команде, и в другой команде. Там так получается, как одни и те же игроки играют за разные команды. Но, опять же, зная Дмитрия Николаевича, он достаточно опытный тренер, боец, и готовится исключительно только на победы, скажем так. Пермь даст бой, безусловно. Я думаю, что в этой паре как раз три игры больше вероятности может быть. Ребята такие, ну, во-первых, и молодые достаточно есть у них в Перми. И только за счет дисциплины. Если там начнут сваливаться на индивидуальную какую-то игру, то, мне кажется, будет тяжело. Потому что Нева сыгранная команда, ровная команда. У них хороший подбор, если по игрокам говорить. И я думаю, что Нева выиграет. Южные харизмы у тех и у других. Будет очень интересно. Вот как раз за этой парой я бы рекомендовал всем последить повнимательнее. И если выбирать, какие пары отслеживать, то вот как раз Динамо Виктора Скиф Краснодар самая интересная пара, на мой взгляд. И итог может быть непредсказуемый, но все равно я все-таки предполагаю, что Скиф выиграет. Она тактически очень сильная команда, и та, и другая, потому что в одной команде Кленов Сергей, в другой Олег Хотьков. Они большой упор делают именно на тактику и на защитные действия. То есть примерно одинаковый рисунок игры у них. Есть ярко выраженные лидеры, также и у той, и другой команды. И поэтому я думаю, что будет интересно вот это противостояние наблюдать. Ростех открывает дорогу научным прорывам и внедряет новейшие технологии. Мы поднимаемся в небо и космос, стоим на страже безопасности и мирного будущего. Мы расширяем возможности каждого человека. Ростех – партнер в развитии.